Всем привет! Приехал на Немзю, на пасеку. Сейчас буду заводить трактор, чистить дорогу. Поснимаю что-нибудь интересное. Вон пообметал уже трактор. Вода греется уже, горячая. Сейчас буду заливать. Бульдозер 130-й. Вот на УАЗике приехал. По лесу прям в целик тут все проехал. Снега так не сильно много, но местами так тяжеловато идет. На первой повышенной. На второй, местами и на второй идет, местами где-то на первой, где тяжело. Вон собаки лают. Ульи стоят. Пчел, правда, тут нету. Вроде бы тут перевезли в другое место все. Вон церковь стоит. Тут пилорама была. Ну, можно еще поставить, пилить тоже, если что. Бочки. Целая куча бочек. Солярку мы тут под солярку брали. Эти бочки. Ну, все, буду заливать, заводить трактор. И там мне подрегулировать еще надо будет кое-что. А, тут хотел показать. Вот эта крышка вроде бы. Вот сейчас врубился тут, раз, это, ковырялся. Тут крышки вот эти все снимал. И вот эту крышку, видать, снимаешь. И тут регулируется подача топлива. Тут больше. Вот этот, тут винт такой есть под этой крышкой. Вон она, не закручена полностью. Это уже самодельную я крышку делал. Ту другую, заводскую потеряли где-то. И тут винт здесь вот. И вот тут второй еще. Типа такая корончатая гайка такая. Типа, ну не гайка как такая, там вставляется она так, и крутишь там, как я понял, подачу регулирует. А тут, видать, на малых оборотах, что ли, вот этот винт регулирует, малые обороты или глушить, что-то не знаю даже. Запуск трактора пошел.
движок завел. Сначала подключил аккумулятор. И не это, клемма окислилась, видать. И тока не было. Ну как, так, щелкает, что-то чиркнет немного. И искрело там. Потом почистил клемму. На клемме окислилось все внутри. Потом стал заводить. Бензин не идет пускать. Смотрю, что-то, ну, там должно, когда подсасываешь, должно течь с коллектора впускного бензин. Подтекать должен. Ничего нету, потом давай проверять, бензин не текет. Где-то в шланг попала грязь какая-то. Пока почистил, пока туда-сюда. Ну, все, сейчас завелся, буду сейчас пробовать ездить и подрегулирую эту херню. Подачу топлива. Чтоб не дымел. Это вот дымит из-за того, что подача топлива сильно большая. Ну, мне как кажется, потому что такой дым вообще черный. Я попробую там регулировать и посмотрим, что будет. Как видим, подача топлива маленькая, и обороты маленькие. Как бы это, медленно едет, как, не развивает мощности полной. И не дымит, совсем не дымит. Сильно много убавил, сейчас накручу, еще побольше сделаю. И посмотрим, что будет. Потому что тут потеряли, Ваня потерял где-то. Вот здесь такие. Короче, сюда положу ключи и крышку эту. Сейчас я в кабине буду снимать.
надо закрыть. Крючок закроем, чтобы не шумело так сильно. Так, газу. Опа, больше стало оборотов. Обороты больше стали. Пробуем. Пониженная. Плавающий стоит. Как дымит. Вот, дымит немного, потом перестает. Не знаю, пойдет пока что ли. Нормально, наверное. Сначала дымит, потом перестает. Черт его знает. Хватит, не хватит. Наверное, многовато дымить что-то. Немного убавлю и нормально будет. На один оборот убавлю и нормально будет.
что-то, не знаю, подымливает вроде немного. Надо еще убавить немного. Что-то сильно дымит вроде. Так, немного еще убавлю. А то хрен его знает. Вот трактористы едут. Все, трактористы куда поехали? Свет чистите, что ли? Да. Нормально? Да. Нравится? Да. Только очень чисто. Дорогу почистил до сюда, до поворота. Сейчас надо дальше, вон туда ехать надо. Солярки, правда, мало, что-то с собой солярку не взял. Соляры мало. Сколько хватит? Потом кто обратно уедет, если мало останется. Пониженная. А четвертая едет нормально, не дымит даже. Так, ну вот и все, дорогу почистил. Прошелся, соляры хватило как раз. Еще осталось даже. Насос подрегулировал немного. Работает вроде нормально, как бы, но обороты какие-то маленькие. Что-то не могу понять. Как-то такие маленькие какие-то обороты, или кажется мне просто. Но вот этот тот винт подкручиваешь, крайний, который ты.
Ну, как это, вроде больше обороты становятся. А, ну, в другую сторону крутишь, как дымит меньше, не дымит почти, вот сейчас нормально. Но обороты что-то какие-то маленькие, мне кажется. Еще, я думаю, может, тягой можно отрегулировать. Тут вот здесь вот. Здесь тяга стоит, вот здесь-то. Сейчас, блин, не видно, темно. Ну, вот тут вот, короче, впереди, в регуляторе, там тяга такая стоит. Там крышку такую сбоку, такая крышка, снимаешь крышку, там тяга стоит. Она, ну, вот на насос, на топливный идет, на рейку. Рейку толкает зад-вперед, добавляет топлива больше-меньше. И вот эту тягу можно тоже регулировать. Тогда я регулировал, как-то помню, этот палец, пальчик вылетал там, и я ее потом, ну так, поставил как-то примерно. И стали обороты двигателя тоже меньше. Потом разобрал по-новому, опять подкрутил ее, укоротил вроде бы. Вроде бы укорачивать надо, да. Укорачиваешь, как и обороты больше будут. А тут я тоже ее укорачиваю, это, она тоже накручена. Когда регулировал, тогда топливо, когда шло вот много, я эту тягу тоже удлинял я ее, длиннее делал. Я ее длиннее делал, как бы, и поменьше не так стал дымить. Сейчас на обратно будет ее это сделать, покороче. Тоже как-то мудрено сделано, непонятно, что эти тяги вот эти вот, как их регулировать, чего. На глаз так регулируешься. Регулятор отдельно от насоса стоит. Тоже техника такая, ну, древняя. Сейчас все нормальные насосы, вон на трелевочнике, на том же там, на Уралах, вот на машинах, на КамАЗах. Там регулятор стоит в насосе прямо. Как он, ну, называется, всережимный регулятор или как он там. А тут как-то отдельно он. Насос отдельно, регулятор отдельно. Вот его как его. По идее, надо с регулятором все, ну, отдавать. Настраивать, чтобы. Вместе с регулятором снимаешь и отдаешь. Топливщик, он там все делает, настраивает. А как без регулятора я тут настроишь? Там вот две крутилки сверху, и тяга еще вот это регулируется тоже. Длиннее, короче, можно делать ее, крутить тоже. Ну, короче, хрен его с ней, хрен с ней. Дорогу почистил, все почистил. УАЗик вон стоит сейчас. Заводим и едем домой. На сегодня хватит. Так, вроде ничего не сломалось больше, все нормально работал. Пацанов мелких с собой побрал, они устали ездить на тракторе на этом, видать. Аккумулятор еще сниму сейчас и все, и можно ехать домой. Этот я привозил, этот аккумулятор из дома. Тут, который стоял, он все негодный весь. Банка на нем одна замерзла. Но он такой, его металлолом уже надо сдать, аккумулятор. Ну все, наверное, всем пока. И до новых встреч. Бульдозер живой пока еще. Ездит.